Привет! Сегодня на обзоре цены на продукты из немецкого супермаркета города Мюнхен. Были сделаны покупки, соответственно, как сейчас-то модно привозить в Россию не какие-то там шмотки, а именно что-нибудь вкусного поесть, поскольку то дерьмо, которое продается в российских магазинах, есть зачастую нельзя, а если что-то более-менее стоящее, то стоит атомных денег. И данное видео предназначено для людей мыслящих, а не для дебилов, которые там типа «Россия вперед!». Итак, смотрите, значит, что мы купили. Так, чек сюда. Значит, начнем. Вот сыр горгонзола. 200 грамм, вот такая упаковочка, сыр с плесенью. 200 грамм этого сыра стоит €75. Вот, это раз. Значит, далее. Сырная нарезка. Вот, тоже 200 грамм. Прекрасного сыра Маздам. Так. Это у нас 200 грамм идет. Цена, соответственно, меньше 2 евро за 200 грамм. Так, далее. Килограмм вот таких очаровательных сосисек. Свиных, но качество... соответственно, немецкая, то есть закладка мяса 90% чистой свинины, одного мяса. А в наших, кстати, как кроме свиных пятаков, хвостов перемолотых и соевых добавок, может быть, 5% мяса только найдете. Итак, значит, килограмм данных очаровательных сосисок стоил, сейчас скажу, сколько. Так, название у нас. Вот, пожалуйста, 4 евро. 4 евро стоят эти сосиски, килограмм попрошу, мясных сосисек настоящих, немецких. Так, далее у нас по списку идет вот такой вот замечательный хамончик, бекончик, шинка нарезанный. Так, шинкин, где у нас тут идет? Вот, пожалуйста, шварцвальдская шинка, 2 евро за 200 грамм. Сами умножьте, сколько за килограмм. Далее идет тоже похожий продукт. Тоже совершенно замечательная шинка, бекон, хамон, как угодно называйте. Так, это у нас стоит тоже... Так. Ландшинкен. Ага. Так, потерялся. Вот, пожалуйста, тоже 200 грамм. Цена одинаковая. 2 евро за 200 грамм. Далее, совершенно роскошная ветчина, сплошное мясо, мы уже, естественно, чуть-чуть съели. Так, ветчиночка у нас стоит, так, €19, пожалуйста, она самая, вот, €19, 200 грамм. Так, вот такие замечательные сыры с плесенью. Камамбер, что-то типа этого. Вес каждой упаковочки. Так, тоже, по-моему, 200 грамм. Упала одна. Так. Да, 200 грамм. Пожалуйста, вот, значит, €49. Ну, они цена одинаковая, что на то, что на то. Вот такие замечательные... тоже колбаски натуральные, мясо через край, оригинал Нюрнберген Ростбратвюрст. Так, 300 грамм. Так, сейчас поищем, сколько же они стоят. Оригинал Нюрнбергер. Вот, 2 евро 19 центов. Пожалуйста, за 300 грамм прекрасного качества продукта. Ну и последние такие очаровательные колбаски с перцем, тоже для мангала, либо для сковородки. Здесь их, соответственно, у нас 400 грамм. 400 грамм от Мюллера. Так... где-то они у нас... Так, вот.
Так. Франкфуртер. Вот, пожалуйста. 2 евро 39 центов. А в России за эти продукты, ну, минимум где-то в два раза нужно переплатить. Хотя их продажи нет, в принципе, но можно кое-где встретить аналоги. Вот и думайте сами. При том, что в Европе, в Германии цена на топливо в евро, в среднем где-то 1 литр стоит 1 евро 30 центов. Плюс, соответственно, зарплата не нищебродская, достойная немецких работников, фермеров, кого угодно, налоги. И вот вам такие вот цены замечательные. И посмотрите, что мы имеем в наших магазинах. Дерьмовые продукты за бешеные деньги, при том, что у нас зарплата трудящихся копеечная. Бензин стоит относительно Европы дешево, хотя для российских реалий он довольно дорогой. Вот и делайте выводы, какая в стране политика и что мы имеем от этой замечательной ситуации и правителей, которые сейчас рулят в стране. Немецкие цены в евро и наши рублевые при наших зарплатах. Всем пока!